утро субботы. Кто-то орёт. То ли лось, то ли кто. Наши уехали. Там был кемпинг. Вот. Уже время почти 6. Можно как бы выдвигаться. Как криком. Теперь добавились еще и выстрелы. Похоже, бедный хуток стреляет. Так, ну что, собрал я рюкзак. Указатель-то тут, там показывает, что 3,5 километра для города. Наверное, до центра. О, ну что, идем. Утренняя прогулочка уже 8:30. Как раз мне к 10 карпушникам приду, наверное. Офигеть, только поднялся на холмик, а тут такой этот... Вообще непонятно, дивны какие-то. То ли навозили сюда, то ли наоборот отсюда возят. Прикольно. Ладно, идем дальше. Ну, нормально, я разобрался, где я, там по карте все видно. Теперь можно идти тут прям. Указатель тут четкий. Хорошая погода, вообще класс. Приятно идти. Че, почти трасса. Уже шумит. Правда, по трассе я не пойду. А просто перейду дорогу и уйду опять в лес. Еще там где-то по сынеке пошатаюсь. Еще приятно ходить. Ну, что я могу сказать? Ночка выдалась не очень теплая. Говорили, что это 8 градусов ночью. Ну, полночи я просидел у костра. Поэтому до рассвета там, может, 2 часа в холоде пришлось поспать. Так что не особо холодно было. Ну, спальника, конечно, недостаточно. Особенно если ехать, например, в Швецию, с севером. Это еще 500 километров на север. Там вообще задубеешь. Можно, конечно, вещами обложиться. Ну, можно купить в Токмане спальник за 20 евро. И в одном спальник, в другой залазить, и уже будет нормально. В общем, шел, и обнаружилось много черники. И невозможно остановиться. Мне тут дофига. О, вон она. Вот что-то есть. Завис, короче. Все, вот и трасса. Переходим дорогу, короче. Должна быть тропинка. А, вот, вижу уже. Ну что, выбрался в цивилизацию, можно сказать. Теперь по цивильным тропам только. Буду искать карпушники. У меня, в общем-то, такая цель была приехать сегодня. Точнее, остаться ночевать, чтобы пойти по карпушникам. Спокойно потратить выходной. Может быть, что-то урву. Особо ничего не нужно, но мало ли, может что-то быть интересное. Но вообще сандали нужны. Поэтому надеюсь, что будут сандали. Не часто увидишь песчаный пляж на озере Финляндии. Так вот, можно прям тут расположиться. Что такое? Странные мойки, что ли, какие-то. Вот столик посидеть можно. Ну, я пойду дальше, наверное. Стандартный завтрак нищеброда. Нут. Мой любимый. За 60 центов. И хлебцы тоже за 70. Вот и все. А сок я уже выпил. Решил все-таки посидеть тут, чтобы лишним не таскать. Оригиналы, короче, обычные крестики-нолики. Это крестики-нолики 18+. И член, и вагина. Молодцы. Они тут все. Ой. Да, весело.
Чего набрался я в карпушнике? Ну вот он для примера. Штаны защитные, мотоциклистские. 18 евро. Вообще охрененные. Штаны. 4 евро. И штанцы вообще дешевые. Мы уже в третьем карпушнике. Ролики. Почему ролики, например? Опа. 60 евро. Ух. Не нашел я, конечно, себе ничего пока. Зубы. Ну, ищем. Телевизор, например, 70 евро. Офигеть, большущий такой LG. Ну что, как вам мои новые старые Соломоны? Короче, такие, они уже немножко с дырочками, там потертые такие. Вот. Ну, за Соломоны 4 евро нормально. Новые, похожая модель, наверное, новая. Стоит 14 тысяч. Сейчас я смотрел по скидке там 10. Поэтому даже за 400 рублей такие Соломоны, это вообще отлично. Их можно на крайняк куда-нибудь на работу просто. Ну, так и сейчас проверим, как они. А то мне, может быть, 15 километров придется до фермы идти. Вот. Ну, я все-таки надеюсь, что-то поймаю. Так что идем. Ну что, подвезли меня украинки. Такие веселые. Вроде говорили, что в копию едут. Я бы мог и в копию с ними съездить. Не до чего. Вот. Ну, вышел у карпушника у нашего там недалеко. То есть немножко вернуться. Я болтал с ними и пропустил. Я уже пришел на нашу ферму. Горошек. Это хорошо. Ой. Что, все, вернуться домой.